128 серия, 12 день в движении, участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 62,6 километра. Ситуация такая случилась. Первая неисправность во время движения: периодически стал включаться аварийный сигнал, то есть мигают аварийки, мигают стоп-сигналы. В чем причина, понять не могу. Останавливался, перезапускал двигатель, картина повторялась. Пришлось звонить в Москву, консультироваться. В результате причина оказалась следующая. Пульт не пульт, а устройство защиты, по которому меня отслеживали, мое передвижение, разрядился аккумулятор полностью. Вот это вызвало такую вот реакцию, что ли, автомобиля. Нашел аккумуляторы на заправке. Магазин был. Поменял аккумуляторы, все нормализовалось, но времени было потеряно, наверное, около часа, поэтому часть видео я удалил, то есть на том месте, где остановился. Ну а дальше продолжил движение. За Тулуном будут населенные пункты, которые я отметил титрами. Такие населенные пункты, как Широгул, ну а затем Тулюшка. Ну вот, в основном все. Приступаю к обработке 128 серии. Твою мать!
Спасибо. Нахрен налево. А подожди. Точно налево.
хулиганила.
Так, проблема с одним приборчиком. Надо заменить батарейку. Посмотрим сейчас, здесь есть или нету. Так, зайду в магазин, посмотрим, может быть, есть батарейки здесь.
Тулун. Зима 124. Нет, мне нужно поближе к Иркутску хотя бы. Лучше всего за Иркутском. Обходи, обходи, я придержу. Мигают фарами, что я тихо еду. Блин.
90 ограничение. Какой-то в лесу. А, это паровоз дымит. День сегодня не задался с утра. Проехал всего ничего. Всего 225 километров. А уже и в сон кинуло. Проблемы возникли с автомобилем. Местное время 12:39. Не забыть под Иркутском поменять карту памяти. Так вот езжай по встречке
до Иркутска. Что-то. Но это уже хорошо. Ну, вчерашняя концовка дня, где-то, наверное, минут 40 проходило, движение проходило в сумеречное и темное время. Я ничего не мог поделать. Ну, посмотрите условия движения ночью. Через 500 метров поверните налево. Это нулевая экспозиция, освещенность. Очень много праворульных автомобилей. Мне это очень не нравится, потому что у них другая манера движения. Во-первых, обзор у них не тот. Если бы было левостороннее движение, да. Ну а тут они вот навязывают свою манеру езды. Он, прежде чем обогнать, пол морды высовывает на встречную полосу, чтобы увидеть, свободно или нет. Потом, обгоняя, прижимается чуть, зеркала не сбивает. Ну все, проехал, опускай, поднимай.
навигатор упал, плохо закрепил его. Все праворульные, все.
на зиму. Весь хлам из Японии, тащат в Россию. Потому что стоит дешево. Сколько из них собрано?
собрана как лего.
8. Концентрация кислорода 94-95. Это нижний предел. Редкая облачность, 24 на улице, полотно сухое, разделительная полоса, границы обочины нет. Сама по себе обочина широкая, гравийная. Ну, вот тоже, видите, проволочка. Ставят какие-то видеокамеры на левое зеркало, чтобы водитель мог видеть в случае обгона. Я думаю так, если ты купил правый руль, имеешь право полное, но переделывай руль на левую сторону.